пришла к Юльке, она мне дала яблочко. Жизнь удалась, поменяла курицу на яблочко. Как тут мой цветочек любимый? Смотрите, новый вырос. Мое солнышко. Видите, вот с этого она отрезала. Она отрезала ножом, и отсюда вырос новенький. И вот он какой уже. Моя радость. Ай, красота! Страшная сила. А тут красота. Просто сказка. Такая картина у Юльки тут. И вот это. Столько красоты. Я тут зашла прям как это в галерею. А Тунзия спит, прислала музыку Юльке. Слышите, там играет. Привет. Привет, красотка. Ты спишь? Ты нагулялась? Спишь? Моя девочка любимая. Ирочка пришла в гости. Масясь, дай лапку, дай лапку. Не дашь? Жалко тебе лапку? Жалко Ирочке лапку дать? Ну ладно, не надо, пусть твои лапки у тебя будут все. Все до одной. Моя кошечка золотая. Риточка. Риточка спит на Юлькиной кровати. Ой, Халиме послала фотку, где Хурита на кровати пришла ко мне в гости. Халиме говорит: ой, блин, как так можно? Собака должна на улице жить. Я говорю: у тебя должна, вот живет, а у Юльки не должна. У Юльки на кровати. Как тут мои цветочки? Другие посмотрю. Молодец, Юлька понастирала. Цветочки, привет! О, какая авокадо моя выросла. А это женское счастье. Смотрите, сколько новеньких. Красота! И эта авокадочка какое. Смотрите, я вам показывала, она была вот такая, и там маленький такой был росточек. Меньше, чем этот. А тут уже смотрите, какие. Это что-то. Моя авокадо я заросла. Зарастила целые уже подоконники авокад. Скоро вырастет. Буду авокадо продавать на рынке. Кстати, видео сейчас второе уже сняла, и у меня блокирует YouTube. Не знаю, то ли им не нравлюсь я, такая красотка, то ли что я в пятерочке там снимаю, показываю цены или что-то, не знаю, короче. И мне пишут: только по ссылке могут смотреть люди, или кому вы разрешили. Я вообще там не закрывала, у меня открытый доступ и все остальное. Короче, какая-то такая вещь. Солнышко там где-то за облаками мутное. Хорошо. Юлька сказала: так что ты позагружай на этот? Ниночка! Ниночка! Умница. Это не знаю кто, тёчечка. Ниночка, гуляете? Гуляю. Ну гуляйте, гуляйте потихонечку, скользко. Говорит, позагружай видосы на дзен. Я пока сварю этот плов. Смотрите, собака эта бегает целыми днями. Я с балкона ей свистела утром. Она тут мотается по Григорова, как не знаю кто. Не знаю, может, нельзя детей показывать. Может, нельзя что-то показывать. Почему у меня YouTube все время закрывает, и можно видосы смотреть только по ссылке. Нельзя смотреть, как раньше. Или какая-то новая у них фишка. Понятия не имею, мои любимые.
А этот, кстати, что она пообрезала, тоже, смотрите, везде дал новые росточки. Так что, походу, ему нравится. И здесь вот новенькие выросли, и здесь новенькие выросли. Так что, и тут, видите, все новые повырастали. И все цветочки политые, все божественно. Везде картины у Юльки. И тут. Сколько картин. Вся комната. Ниночка пришла. Уже сбегала туда, в тот конец. Вернулась сюда. Все, иди дальше. Движение жизни. Ладно, я пошла, говорит. Прекрасная Ниночка. А в это время моется рис, жарится лук, морковка ожидает своего. И курочка порезанная, помытая, стекает в душевке. Ну, так вот Ника режет, как моя бабушка Клава. И я плов делаю немножко по-другому. Ну и музыка играет, которую я прислала ей. Вот моется рисик. Ему поется песенка, чтобы он радовался, что сейчас его приготовят и вкусят. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Всем волшебного дня, мои любимые. Люблю вас всех. И благодарю за то, что вы есть.